Друзья, всем привет! Сегодня мы открываем туристический кемпинговый сезон. Едем с сыном в лес. Да. На дворе у нас сегодня 21 апреля. На улице стоит плюсовая температура. В общем, поехали. Итак, приехали мы на место, где будем жить сегодняшний день, ночевать ночь. Такой вот у нас столик с лавкой. Здесь у нас костровище. Прекрасный сосновый лес. Чуть потеплело и поползли. Ну вот и все. Ну не закрывай, ты оставь, все, успеешь взять. Что ты хочешь? Так? Так, соревнования по стрельбе. Угу. Вон тот синий дезодорант у нас на цели. И есть чемпион. Вот у нас чайник скоро скипит. Сейчас будем пить чай. Ну что? Куда попал? Понял. Ветер какой у нас разбушевался. Сегодня ветрено. С костром надо быть поаккуратней.
травище маленько копал. Иголки, шишки в сторону скидал. Будем повнимательнее. А вот ворошиловский стрелок. Отлично стреляет по маленьким мишеням. Там вдалеке находится зажигалка. Да ты вообще снайпера, гляжу. С 200 метров попасть в зажигалку. Покажи. Так, сели перекусить, выпить по стопочке березового сока, попить чая. Сейчас пойдем погуляем по лесу, пока не стемнело. Залезли в кемпер, натопили печку, здесь стало тепло, сынка в футболочке лежит, отдыхаем, здесь у нас светло, электропроводку я доделал, как видно, смотрим мультики. Печка топится. За бортом сегодня обещают минус 4. Здесь у нас довольно-таки комфортно. Вечер проходит на славу. И вот у нас день заканчивается к концу, подходит. Сереженька ложится спать, машет нам ручкой. В домике тепло. Печку натопили. На улице у нас уже около 0 градусов. Так что всем спокойной ночи. До завтра. Итак, друзья, наступило у нас утро.
Ночью обещали заморозки. Заморозков так и не было. Ночью пошел дождь. В домике у нас комфортно. Тепло. Ночью топили печь. До сих пор он дымится. Ночью один раз подкидывал брикет. Сейчас умываемся, топим костер, завтракаем. На улице идет дождь. Вот такое вот утро у нас в нашем сосновом бору. Вот так выглядит со стороны наш лагерь. При желании, конечно, можно тепленькой водички налить, но холодненько так освежает. Идем топить костер. На улице идет дождь, и мы решили перекусить в кемпере. Накрыли на стол, приготовили бутерброды. Сейчас будем пить чай и перекусим мало-мало. Потом будем собирать лагерь. Итак, друзья, наш выходной день подходит к концу. Лагерь мы собрали, кемпер упаковали. Выдвигаемся в сторону дома. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем пока.